взорвался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Появившегося в 250 километрах от точки взрыва был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. Максимальный диаметр купола доходил до 20 километров вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам.